Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Номер 758, алгебра Макарычев, 7 класс. На пристани А отошел теплоход со скоростью 40 км в час. Через 1,14 часа вслед за ним отошел другой теплоход со скоростью 60 км в час. Через сколько часов после своего отправления и на каком расстоянии от А второй теплоход догонит первый? Итак, у нас в задаче идет речь о двух теплоходах. Даны их скоростя и время пребывания в пути. Составим краткое условие для того, чтобы понять, как составить уравнение. Итак, есть один теплоход и второй теплоход. Итак, есть некая пристань А, от которой они отошли. Начнем со второго теплохода. Он догоняет первый теплоход. Его скорость 60 км в час, и он был в пути меньше. Значит, обозначим через х скорость первого теплохода. Второго теплохода. Первый плывет со скоростью 40 км в час, и он уже в пути находится 1,14 часа. То есть его время будет равняться х плюс 1,25 часа. 1,25. До встречи они пройдут одинаковое расстояние. Поэтому путь, который проплывет второй теплоход, это 60х, а первый теплоход это 40 на х плюс 1,25. Уравнение получено, решаем наше уравнение. 60х равняется 40х плюс 50. 60х минус 40х равняется 50. 20х это 50. Х получаем 2,5. Значит, х 2,5 часа. Время, потраченное вторым теплоходом до встречи с первым. А расстояние будет 2,5 на 60, это 150 километров. От пункта А состоится встреча через 150 километров второго теплохода с первым. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.